For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah-ha. Мне кажется, или я сейчас потрачу вообще все свои деньги, я не знаю. Типа, мне почему-то такое ощущение, что полностью восстановить темное братство за 20 тысяч септимов невозможно. Вот хоть убей. Это нереально сделать. Типа, мне кажется, вот сколько у меня сейчас вообще всего? 36 тысяч. 36 тысяч это получается... Да, я больше еще отдам. Я свои деньги сейчас еще солью куда-нибудь. 100% так и будет. Я что-то не совсем сильно верю, что я могу реально просто полностью обставить пещеру нормально так, чтобы там можно было жить, и при этом это были еще несколько человек. Ну, еще посмотрим. Ищешь работу? Ты можешь отремонтировать и заново обставить донстарское убежище? Убежище в Донстаре? Это там вы теперь окопались. Знаешь что? Это будет дорого, очень дорого. Я понимаю, что Но это будет дорого. Я могу тебе помочь. О чем конкретно мы сейчас говорим? 5-5-5. Ну то есть. А, на самом деле. На самом деле идеально. А, нет! Даже меньше. 10, 15, 18, 19. Я тысячу еще выигрываю. Так, ну что нам нужно изначально? Тайный вход, самое главное, да, чтобы нас никто не обнаружил. Ага, это можно устроить. Думаю, подойдет канализационная решетка на окраине Донстара. Ведет в тоннель, а оттуда внутрь. Будешь входить и выходить быстро. Так, мне нужно кое-что еще. Скажи, что тебе нужно, и мои люди все найдут. Думаешь, я на этом закончу? А, нам нужны пыточные. Ого, вот это темное братство, которое я знаю и люблю. Это для дела или для развлечения? Ну, у нас есть некоторые личности, которые любят развлекаться. Я обо всем позабочусь. Так. Скажи, что тебе нужно, и мои люди все найдут. Уголок отравителя. Полезно, да? Алхимическая лаборатория, может, небольшой садик с растениями. Хорошо, сделаем. И... Конечно же. Это еще не все. Господскую спальню давай. Королевские палаты. Раз уж можно. Так ведь? Нет проблем. Поставим здоровую кровать, украсим комнату как надо. Может, даже подбросим каких побрякушек. И, ну, самое последнее, чисто символически. Давай новые флаги. Флаги, да? Хочешь тут все украсить? Ладно, как скажешь. Скрытности ты меня, так понимаю, не научишь, да? Слушай меня внимательно, и люди перестанут тебя замечать. Вот лучше я на это деньги потрачу. Вот только сейчас я еще два раза куплю, и деньги эти у меня успешно закончатся. Ладно, спасибо. Что мне еще от тебя нужно-то? Полно заданий. Интересно. Какая еще? Боюсь, это все, друг мой. Да. Я сделал, что мог. Надеюсь, там теперь хоть можно жить. Удачи в ваших... убийствах. Отлично. Отличненько. Я бы, конечно, купил у него еще немного уроков скрытности, но они что-то у него стоят дорого, типа. Сколько у меня там? 8 тысяч осталось. Ну, 8 тысяч на проживание вполне хватит. Плюс у меня есть еще некоторые вещи, которые я бы с удовольствием продал. Это глаз фаунер. Я могу его продать, только его не возьму за дорого. Ой, не туда иду. Глаза Фаумера, я помню, я, по-моему, один продал, и что-то как-то особо оно, не знаю, не то что не помогло. Это было очень-очень недорого. Блин, а можно мне, пожалуйста, вот эти 15 тысяч, которые Астрид получила за медальон? М? Я, типа, не против, на самом деле.
драконы там где-то рядом летают. На самом деле, вот на самом деле, что, солнечный день, что ли, не может быть? Никогда такого не видел, чтобы в Рифте не был еще и солнечный день. Надо будет сейчас зайти к пару... Подожди, тут же должен быть какой-нибудь местный торговец, правильно? Потому что я все у Билетора да у Билетора, ничего как-то особо не узнавал, не смотрел. Это таверна, да? Да, это пчелая жало. Если ты за подаянием, обратись... Не очень хорошо в Рифте не ориентируюсь. Пчелая жало, все еще. А вот! Нет, это подожди, это медоварня. А где был... Заложенная креветка, нет, очевидно, не то. Ну, кузнец, кузнец у меня... Я хочу посмотреть, что я могу тебе продать. А точнее, что ты можешь у меня купить. На самом деле, кинжал драконьего куса мне больше не нужен, поэтому забирай. Так, ну и я так и думал, что это как бы все, что я могу у тебя... Так, получи, у него получился уже. Где-то здесь был обожженный молот, что... А, нет, обожженный молот, это все еще кузница. Просто помнится мне, в качестве, скажем так, первого задания в гильдии воров, мне нужно было выбить из одного торговца деньги. Где он тут был-то, господи? Ни черта, не помню, где я тут бегал. Здесь? Нет, это какая-то дичь. Это не то. Челешка Хельги. Ладно, окей, хорошо. Короче, потом. Я понял. Долго искать не хочу. Лениво. Там был, ну я не знаю, там был торговец. Типа, я, конечно, не думаю, что он любит меня после этого, но тем не менее, он же торговец, правильно? Он должен продавать, покупать. Где Тинегриф? Мне нужен не Тинегриф. Ну? Куда едем? Я по кайфу до Донстара. Залезай в повозку и отчалим. В комфорте, так сказать. Эх, как солнышко-то пригревает. Оно наконец-таки пригревает, потому что не было его уже сколько, очень долго его не было. Ну, учитывая, сколько еще, правда, ночных у меня было вылазок, сколько я дней пропускал, поэтому... Не знаю. Так, новая... А, о, даже... Ничего себе. Даже так? Прямо у входа? Ну, в смысле, в Донстар? Удобно. Донстарское убежище. Слушай, офигительно. Не, я думаю, там тоже можно с двери проходить, но канализация мне нравится. Сейчас посмотрим, как... Что обставилось. Красиво ли? Стоило ли оно того? Флаги вижу. Тут что-то особо ничего не изменилось. Наверное, оно и не должно было. Что еще тут должно быть? Тут большая, на самом деле, территория, так-то. Тренировки здесь. Вон, неплохо, неплохо. Ну, развешивать я, конечно, здесь вряд ли что-то буду, потому что это все-таки не мои покои. Не заблудиться бы еще здесь. Так. Это королевская вот эта вот спальня? Это мое? А, это принадлежит не мне. Понял. Я думаю, это королевская спальня. Они сказали, большую кровать поставят. Так, это, очевидно, пыточная, да? А, вот она, королевская спальня, собственно, да? Одеяние теней. Ну-ка. Это тоже... Это... Да, это для мага. Окей. Это для мага. Это не для меня. Так, перчатки. Но это все то же самое, собственно, что и... Показалось почему-то, что там получше. В сундуке еще положили. Септимы, понял. Перчатки замочных сделал масть. Манекен. А есть еще один? И дверь даже закрывается. Слушай, офигительное место. Ой, можно развешивать оружие. Ну, это все. Это самое офигенное, что только можно. И денег накидали, ты посмотри. И амулеты, и одеяния, и свитки, и капюшон теней с маской. Я сейчас все это возьму просто. Как-нибудь, наверное, вот так вот это будет происходить. Потому что сейчас манекенчик-то я одену, вы не думаете. Капюшон, это... А, в смысле, это вы хотите сказать, что он уже одет был во что-то? Перчатки? Нет, вот это вот я хочу, чтобы было. И сапоги теней. Тут некоторые, смотри, даже без эффектов. Ну вот неплохо, да? А вот с оружием... Не знаю, с оружием, наверное, нечего мне делать. Все-таки оружие такое, что... Эти поставили.
Это закинули. Оружие у меня уже нет лишнего, я не знаю, у меня все луки, все хорошие пушки, они у меня где-то в другом месте. Ой, нет! Твою мать, это было случайно сейчас. Это было случайно. Так! Ну и, в общем-то, тут особо больше нечего делать. Что-нибудь интересное, нет? Ничего. Ладно, хорошо. Покои я свои нашел, мне нравится. В принципе, отдыхать можно будет. Что-нибудь взять и хранить тоже. Но это для... ну, не для меня, очевидно. Тут пусть ребята спят, развлекаются. Хорошо, а пыточная это где? Мне очень интересно, как выглядит пыточная у нас здесь. Типа... вообще... так, сейчас, наверное, сделаем. Мне, конечно, нравится одеяние мага, но все же я не маг, поэтому давай-ка, наверное, я лучше заменю одеяние теней на броню теней. Выглядеть будет просто, ну как-то, я не знаю, не то что эстетичнее, просто ко мне подходить будет, под мой стиль, так сказать. Соленая броня. А где... э? Что, простите? А, ну про... а, то есть я могу просто все это в него вложить. Так это, кстати, удобно. Ну ладно, так, я хочу пыточную еще посмотреть. И надо еще к матери ночи зайти. На том задании я хотел дать новые догматы. Догматы, но я так понимаю, что здесь... а, нет, смотри. Знаешь, я вообще-то по-прежнему могу продавать тебе зелья или учить алхимию. Знаешь, мне это не особо нужно. О, офигенная. Офигительная просто. Ну, ну как офигительная? Наверное, самая лучшая алхимическая лаборатория у меня все-таки в Винтерхолде. Что, такая одежда? А, это вход, видимо, с той стороны. А пыточная-то где? Это же важно. Подожди, я хочу пыточную найти. Вот тут входа не будет? Никакого? Нет, это... а, это выход. Так. Вот тут что-то должно быть. Вот тут пыточная какая. Да. Вот тут пыточная. Тут уже кто-то есть? Здорово. Ты что? Со мной так нельзя. Нихера себе, вы уже кого-то поймали? Инструменты для пыток. А можно, типа, вот сюда кого-нибудь, не знаю. Прикольно. Типа... рабочая вся. Ну, типа, не то чтобы на самом деле это стоило 19 тысяч, но окей, хорошо. Еще одно дитя взывает к матери. Не обязательно заходить прямо к тебе. Поговори с коварным слугой в крепости Маркарта. Прими от него золото. Маркарта? Затем исполни заказ. Так ты выполнишь договор, подписанный кровью. С заказчиком поговорить в Маркарте. Угу, окей. Хорошо. Видимо, Маркарт очень... я не знаю почему, короче, но почему-то вот именно... с темным братством я очень часто имею дела с Маркартом и его окрестностями. Но Маркарт так Маркарт, да? Помнится мне... ну, в смысле, я на уши типа залезаю или что? Помнится мне что-то там я... хм. На Тенегриве удобно. Тенегрив... с Тенегривом я типа с лошади я могу быстро перемещаться. Это офигеть, какой комфорт. Ты все еще стоишь здесь? Об этом доме? Может, кто-то входил или выходил? Почему ты спрашиваешь? Я страж Стендара. Мы думаем, в этом доме собираются даэдропоклонники. Проводят ритуалы и прочее. Так, ну он спрашивает у меня это второй раз. Тебе помощь нужна? Я как раз собирался идти внутрь. Хорошо бы, чтобы кто-то прикрывал мне спину. Давай. Иди за мной и будь хорошо. Начеку. Даэдра — могущественные и коварные создания. С ними никогда не знаешь, чего ждать. Естественно. Ну, естественно, новый квест. Просто он у меня спросил второй раз, я не знаю, видимо, первый он меня не узнал. А, ну потому что я быстро сматывался.
Типа я так от него отнекился, что? Что тебе нужно? Тут кто-то был. Недавно. Но те, кого я спрашивал, говорят, что никто не входит и не выходит. Алло, Дедра поклонники, ничего. Ничего особенного тут сказать. Слышишь? По-моему, звук был оттуда. Чего могут представлять? Какую угрозу могут представлять Дедра поклонники? Ты дурак? Куда ты идешь? Стой. Ну? Вот оно что. В доме кто-то есть. Да. Тогда мы ладно. Дедра поклонники, может быть, о которых ты говорил? Погоди, мы знаем, что ты здесь. Есть другая дверь. Проверь, не удастся ли ее открыть. Все слышали? Дендар, милостивый. Это необычный Дедра. Нам понадобится помощь. Слаб. О! Ты силен. Ладно, не Дедра поклонники. Видимо, Дедра. Давай, пошли. Люблю Дедра, я, конечно. Что? Так. Уходим отсюда. Живо. Иди. Я подожди. Ну что, хорошо. А, понял. Уже ухожу. Твою-то мать. Можно еще, типа, стрёмнее, чтобы было? О, нет, друг, давай без этого. Давай, может, мы вместе выйдем. Ну, твою мать. Ну, мы вместе бы спокойно выбрались. А можно, пожалуйста, не... Нет, я не могу с такой тряской нормально стрелять. У меня лук выпал? Или это какой-то другой... О, сработало. Сработал эффект. Твоя награда ждет тебя. Это вот другой лук. Дальше. В смысле, я не хотел его убивать. Понял, чувак, ну ты. Ну он сам, ладно, хорошо, это. Я не хотел его убивать, типа. Это что, сундук там? Ни хрена себе. Понял. Он сам, типа, он сказал, либо ты, либо я, и напал на меня. Что такое? Да. Да. Понимаете, я не хочу. В недра. Я не хочу. Как опять Дедра. Твоя награда. Ты, ёлки-палки, куда я иду? Ага. Ну типа. Подозрительно как-то. Да! Думаешь, Молок Бал, лорд порабощения, так легко наградит тебя? Понял. Что ты говоришь, ни разу не подозрительно. В своей клетке. Говори. Я вижу Коля в ловушке. Острые, верно? Это последнее, что видели те, кого приносили мне в жертву. Не нужна твоя награда. У лордов Дедра тоже есть враги. Жрец моей соперницы Баэти осквернил мой алтарь. На нем так давно не проливалась кровь. Но теперь ты здесь. Ты хочешь отомстить Баэти? Я хочу подчинения. А, да. Хочу, чтобы жрец, который сделал это, встал на колени и отдал мне свою душу. Mm-hmm. Он приходил проводить на моем алтаре грязные ритуалы Баэти. Потом пропал. Но его поймали и пленили. Бросили гнить в темнице. Спаси его. Дай ему провести ритуал еще раз. И когда он придет, мы будем его ждать. Ждите. Типа... Ждите, хорошо. Без проблем, жди. Я пока
пока точно я не собираюсь этим заниматься. Я, конечно, все понимаю, вы там великолепный принц Даэдра. Вы можете там, возможно, убить меня одним щелчком и так далее, но нет. Есть у меня и свои дела, и просто так ты мне ничего не сделаешь. У меня есть и клиночек один, который, между прочим, тоже не просто так у меня. Поэтому я еще с Даэдра, короче, по это самое, пообщаюсь. Заколебали, твою мать. Куда не зайду? В какой город не попадешь? Даэдра тут, Даэдра там, Даэдра сям, я не знаю. Пошли вы нахер все. Даэдра своими. Какую-то булаву он мне еще предлагает. Мне эта булава, вот просто, я не знаю, чисто на стену повесить, не знаю. Реально, какие еще варианты? Так, теперь вопрос. Что здесь за заказ? Теперь мы от лица Темного Братства, а нет просто меня, да? Так ты из Темного Братства? Нужно убить великана-батрака на ферме Катлы. Вот золото за убийство. Пусть он помучается. Чего? Все? Чё-то это как-то так не работает, по-моему. А где я из Черного Таинства? Я пришел там вот это вот. Это чё, это... Это так не работает, алло. Ну, в смысле, конечно, да, типа, вот золото, там, типа, иди убей, но... Ферма Катл, кстати, около Солитюда, да, по идее, да. Чё-то я ничего не понял. То есть, вы хотите сказать, что мне просто тупо дали деньги, типа, сказали, иди убей, я должен идти убить? Он таинство точно совершал? Или сейчас мать ночи пытается, я не знаю, от меня избавиться таким образом? Само собой, Маркарт... Да, 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 ну, мне неинтересно твои эти... Солитьют. Залезай в повозку и отчалим. Маркарт красивый город. Я в Маркарте хоть раз, блин, в день бы я туда попал. Вот, может быть, я бы еще и оценил. Каждый раз ночью приезжаю, ночью забираю здание и ухожу. Конечно, тоже подзадолбало уже, но тем не менее... я не знаю, пока что не было причин мне там надолго оставаться. Так, ну и день, конечно, да. Ну, такое ощущение, что в Солитюде меня уже ненавидеть должны после вообще всего, что я сделал там. Ферма Катлы, какого-то великана надо убить. А как мне это сделать в данной моей ситуации? Меня так видно. Понять бы еще, кто меня так видит. Кто? Кто или что? Сам он, что ли? Но это на самом деле... Ой, это очень сейчас будет. Не. Ага, нет, это не оно. Хорошо, значит, выстрел будет производиться отсюда где-то. Ага, так меня точно видно. А вот так? Я с лампой, да? Да. О. Да, как? Темное братство вечно. Каким образом? Я не понимаю, как это работает, серьезно. В который раз? Выстрел производится хрен пойми откуда. В который раз они понимают и дают еще и штраф. Но я потом заплачу, ладно. Мне просто пока вслетит мне не надо, 1000 мне это моя нужна. Так что давайте, удачи. Я и на Тенегриве тут до Донстара доберусь, тут недалеко. Я не знаю, очень тупой заказ. И я причем его выполнил, но как бы... В чем смысл... Донстарское убежище тоже, типа, вот обычную дверь тоже можно использовать. Типа, канализация, это, конечно, прекрасно. Но туда не всегда удобно приходить. Чего надо-то? Еще одно дитя взывает к матери. Поговори с праздным крестьянином в таверне Вайлмир. Вайверстеде, прими его
его золото и убей. Я понял. Кого он просит? Нет, я не буду, причем, честно говоря, это тупо. Как я могу найти ассасина из прошлого? Я реально могу это сделать? Типа. Просто вот, типа, окей, хорошо. Ну, нет, 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 нет. Вот это вот хождение туда-сюда. Нет, спасибо. Короче, объясняю. Вот сейчас всем объясняю. Видимо, после прохождения Темного Братства проходит вот этот типа период, и мать ночи просто начинает раздавать задания. Название одно и то же, смысл тоже. То есть мне просто банально дают задание, там, иди поговори с этим. Он говорит, иди убей там вот этого, иди убей вот этого. Мне за это платят деньги. Единственное, как я понимаю, что мне это дает, это просто там заработать денег. При этом, возможно, оно не бесконечно. Возможно, оно рандомно генерируется, но смысл в том, что это не имеет никакого сюжетного подтекста, и поэтому проходить никакого желания у меня этого дела нет. То есть, по сути, это все, что я буду делать, это просто приходить к матери ночи, она будет говорить, ну, иди убей его там вот это, типа, поговори с заказчиком вот тут, поговори с заказчиком вот здесь, типа, все вот это вот сделай, и будет тебе, короче, классно. Я буду это постоянно делать, мне будут постоянно за это дело платить, и, соответственно, это, я не знаю, это может продолжаться либо вечно, либо со временем, там, я не знаю, у нее закончатся эти задания, но фишка вся в том, что никакого интереса, как я уже сказал, в этом абсолютно нет. Вот какая-то такая ситуация. Поэтому отправимся мы на другое задание. Будем делать сейчас другие вещи. Может быть, я не знаю. Если вы что-то про это знаете, напишите в комментарии, есть ли смысл проходить эти заказы. Потому что я, например, не понимаю. То есть я, как вот сейчас вижу, типа второй раз она мне просто банально дает задание. И при этом там даже нет никакого диалога. Я просто подхожу к человеку, он говорит: ага, да, иди убей вот этого, вот деньги. То есть, как бы, без каких-либо катсцен, без какого-либо диалога, без какой-либо причины. Смысла я в этом не вижу, поэтому, как я уже сказал, если вы что-то про это знаете, напишите в комментарии, то хорошо, тогда пройдем. В другом случае, как на тенегриве удобно спускаться-то, а? В другом случае мы просто забудем про это задание и, ну, может быть, от нечего делать, там, когда-нибудь выполняем. Но, а так, нам надо найти жреца Баэти. Я, конечно, не хочу помогать этому Даэдро, но, тем не менее, это скотина. Скотина. От меня не отстанет. И даже так. И зная... Изгой? Давненько вас не было. А зная Даэдро, они от меня реально не отстанут. Судя по всему, все, я не знаю. Видимо, у всех Дедра на меня зуб, и они все хотят, я не знаю, от меня что-то. Что вот так получается, что в который раз уже я пересекаюсь с Дедра, и мне приходится что-то делать. Не круто, не удобно, не комфортно, бесят они меня все. Хотя при этом дают интересные артефакты, которые... Ну, ладно, не всегда они супер крутые, конечно. Мне, конечно, нравится клинок, который у меня есть, но, тем не менее... Стоило, не то, что стоило ли оно того просто. Вот как я его получил, да? Все помнят. Сейчас. Почти. Как удобно из тьмы стрелять. Даже, не, да, даже никакие перки не нужны. Блин, как я ненавижу изгоев-то, а? Вот просто, я думал, тут бандиты будут какие-нибудь, не знаю, но не изгои, так точно. Опа, здорово. Ой, ой, что-то произошло, какой-то выстрел непонятный. Иди проверь. Молодец. Прошу тебя, не убивай. Проси. Ненавижу изгоев, твою мать. Просто, я не знаю, это ненависть чистая. Необоснованное, но чистое. Как показывает практика, они там все уроды последние. Опа, здрасте.
Они бы еще что-то умели, я не знаю, вот, хоть что-нибудь. Это деньги? Надо будет после этого дела к Белитору Вайтран сгонять, продать ему все ненужные вещи. У меня там кости дракона еще, по идее, валяются. Я сейчас булаву-то возьму, у меня места не будет. Я не знаю, возьму эту булаву, короче, в итоге или нет. Найду ли я вообще сейчас этого жреца живым, учитывая, что он попал к изгоям. И тому подобные вопросы. Слушай, а он где-то глубже здесь, да, я так понимаю? То есть он не... Нет, нет! Это было случайно. Да, конечно. Удачи там. Искать меня. Вот, но зато, в принципе, можно успокоиться. Темное братство реально оказывается у нас пройдено успешным образом. Можно к нему больше не возвращаться. Но меня реально заинтересовала вот эта история с моим трупом. Она задела это трупом, серьезно. Не заинтересовала история, типа, с моим будущим, каким-то непонятным ассасином. Ну, понятно, что вот реально наговорила, там, конечно, эта мадам много всего, и то, что она сказала, можно было, как бы, в принципе, прочитать по мне, потому что, ну, как бы... По мне же видно, что я там... Не то, что прямо ищу приключения, но зарабатываю деньги и выживаю именно таким способом. Оленина, я очень думаю, что это какой-то деидрический артефакт сейчас почему-то у меня показался мне в голове. Так. Я же выкинул. Так, сундук. Редко что полезное здесь лежит, однако все возьму. Типичная ситуация. Господи, много вас тут еще. А этот жрец-то, мне его что, обманывать сейчас придется, типа, целенаправленно, я так понимаю, да? Типа, говорить, ну, как бы, да, ты там, не знаю, выживешь. Просто в чем логика-то? Я должен его привести туда для того, чтобы он продал свою душу. Я так понимаю, он умрет, да? Печати. А, ну, вон он. Ой, глава изгоев, серьезно? Что, по-моему, ты даже не понял, откуда тебя убили. А можно это... Не, вот самое обидное, что руны стрелой нельзя убирать. Тоже ведь... Какое-то прикасание. Ты думаешь, что вы тут делаете? Класс просто. Святилище. Все святое у вас тут, ребят. Угу. Ну, стеклянный кинжал. Мне нравятся стеклянные вещи. Хотя они не идеальные, конечно, имеют, не знаю, рейтинг, статистику. Эй, ты, тебе велели меня убить, заколоть могучего Логрольфа, пока он связан, как баран. Я здесь, чтобы спасти тебя вообще. Спасти? Никто не знает, что меня схватили. Кто тебя подослал? Я здесь по велению Боэтии. Темная госпожа прислала тебя. Погоди. Алтарь Молагабала. Ну, конечно. Мне срочно надо в Маркарт. Освободи меня. А, так тебе-то надо. Да, конечно. Свобода, наконец-то. Теперь прочь с дороги. У меня дело. Дело у него. Какое у тебя дело? Ты вообще где эти не вижу? А вот ты. Ты далеко собрался-то? Ну ты, конечно, да. Ты, конечно, жрец. Пипец. Просто, я не знаю, может, конечно, ему по барабану, но, по-моему, он пробежал просто сквозь руну, которая долбанула его так нормально. Капец, ты гений, конечно. Ладно, маркер так маркер, я свою задачу выполнил. Мне теперь осталось только... Враги какие? Какие враги? Кто?
Я всех убил, какие враги. Кто-нибудь есть? Ты не. Ой, заходи, да, давай. Врагов больше нет. Успешным образом я спущусь лучше вниз. Так, ассасины из прошлого я потом буду искать. Сейчас надо с Даэдрой разобраться, чтобы я был полностью свободен. Заказы Матери Ночи могут выполнять и более незначимые люди. Ну, в смысле, незначимые члены братства. Просто я, конечно, все понимаю, но... Я теперь глава братства, поэтому... Астрид, по-моему, вообще ничего не делала. Она единственное, что это, вербовала... вот меня она завербовала, да? И вообще новых, как я понимаю, тоже она к ним приходила. Ничего толком больше не было. Иди давай, господи. Че ты остановился-то здесь? Тебе велели сюда прийти? Велели, все, иди сюда. Давай. Выполняй свою задачу. Хочу булаву и отделаться от Дедра. А булаву, может быть, продам. А может быть, в Солитюде положу. А может быть, и не в Солитюде, у меня там 1000. Ну, а сейчас тебя там накроют. Как это выглядело, кстати? Ни хера себе. Думаешь, ты можешь одолеть того... Верен Бэти? Я уже побеждал в этом бою. О, но на этот раз я не один. Локральф. Чего убивать? Что? Ты? Смертный. Я даю тебе свою булаву, напитанную проржавевшей сломой. Сокруши дух в костях Локральфа, заставь его склониться передо мной. Чё? Нихер. Она вообще что дает? Ржавая была. А. Это не та, наверное, да? Это обычная, она же не может быть без эффектов. Твою мать, а варианты другие есть? Меня не возьмешь. Ну ладно. Кинжал больше урон наносит. Да! У вас хрупкие, дряблые, жалкие тела. Попробуй еще раз. В смысле? Ты не стоило сюда приходить. Ты за это заплатишь. Хватит. Я сдаюсь, Молокбал. Я сдаюсь. Ты склоняешься передо мной? Выбора даже не дают. Да! Ты вверяешь мне свою душу? Да. Ты отринешь жалкую и слабую Бетию? Да. Теперь ты мой, Логральф. Просто из... Убей его. Просто типа из всех... Нет. Не надо. На. Булава. На, ну вот она, да. Габала. Я дарую тебе ее истинную силу. Когда твои враги падут перед тобой сломленные и окровавленные, я увижу это. Булава вообще не слишком щедрый подарок. Знай свое место, или Молокбал пошлет другого героя, дабы забрать свою булаву с твоего мертвого тела. Вот. Теперь мне пора в Обливион. Нужно забрать кое-чью душу. Следи за домом, пока я не вернусь. Самая главная проблема в том, что вот как бы и что вот я не делал, Даэдра не убить. Отнимает 25 единиц запаса сил, 25 единиц запаса магии. Если противник умирает в течение 3 секунд, заполняет камень душ. Ну, неплохо, но не для меня. Типа я вот по кинжалам, да?
А это будет просто как, не знаю, очередной артефакт на стене реликвий. Не знаю, как еще можно, типа, его использовать для меня. А, вся фишка в том, что реально с Даэдра хрен что сделаешь. Что он захотел, вот так будет, скорее всего. Вот сколько Даэдра я уже не встречал, они все как бы говорят одно и то же. Просто не все на самом деле такие мрази, что ли. Типа, этот там прям иди убей, там, я не знаю. Я находил собачку. Вот это было мило. Что там, достал какой-то меч, тоже это было достаточно неплохо. Ну, это иди убей, там, добудь мне там, его жизнь, я не знаю, чьё-нибудь. Это не очень-то круто. Но, типа, окей. Допустим. Ну, а теперь можно отправляться на поиски этого ассасина, я так понимаю, я теперь свободен.